Приветствую вас. Надо мне только по-честному объяснить. Ну почему? Почему? Вы же умные люди. Но почему вы всегда берете пример с идиота? Не понимаю. Просто меня поражается. Ну вы что, умный человек? Ну что это за гнилые разговоры? Вот мой сосед потерял работу, и он полгода сидит без работы. Пускай сидит. Вам-то что? У вас что, один сосед что ли? Ну честное слово, такой представляет. Вот он. А второй сосед недавно новую машинку дал. А? Так что вы про него молчите? А? Берите пример с того, который машину покупает, а не с этого бездельника. Неужели вы не понимаете, что все те, которые вам рассказывают, ой, как плохо, я такой работник, меня выгнали, меня на работу не берут. Это бездельник. Ну, честное слово, бездельник. Ну, я не шучу. Вот внимательно присмотритесь. Ну, ледачуга. Вот уверен, вы работаете в вашем трудовом коллективе. Ну, есть разные же люди, правильно? Есть люди, которые, ну, как бы, вы ж, я же понимаю, это не вы. Ну, как бы, бездельники по жизни. Да, ну, он работает, но вы думаете, есть? Есть. И что вы про него думаете? О, но почему вы считаете, что ваш сосед не такой самый добрый? А? Так, ну да, вы это видите, а это то же самое. Да поймите вы наконец-то, хороший работник, ни один собственник не уволит. Наоборот, платить будет только за то, что он будет бездельничать. Платить будет только за то, что он есть. Мало того, вы слышали, что перекупают? Да, действительно. Хороших работников перекупают, перехватывают, да, хороших. А бездельников, да. Но бездельники любят пошуметь, пораскать. Ой, какой... Минуту, но если ты такой крутой, какой черт ты без работы сидишь? А? Так не бывает. Не, ну если ты такой, я говорю, что такой специалист, в любой сфере, мы даже не берем экономику, в любой. Но если ты такой специалист, ты не можешь без работы сидеть. Не можешь. Значит, ты не специалист, а? Триплоты. Вот что это. Ну просто единственное, что они шумные все эти бездельники. Они рассказывают, шумят, бегают по митингам, все выступают, хамят постоянно. Во! Как плохо? Тебе, конечно, плохо, ты же бездельник. Почему вы берете пример с этих бездельников? Не понимаю. Почему не берете пример с нормальных людей? А, вот так вот всегда. Вот так всегда. А то говорите, вот у меня, правильно у вас. Потому что берете пример с бездельника. Че с него брать-то? А, толку никакого. Да поймите его наконец. У нас в Украине... Сидеть без работы, ну я не знаю, это уже надо, не, ну если хотите. Но человек хочет не работать, нет проблем. Да нет проблем, пожалуйста, сиди. Но у нас эта работа немерена, просто. Причем есть и такая, какая хочешь. А, не, вот это тоже, вот эти гнилые разговоры. А почему вас министром не взяли? Пошли вы знаете куда? А почему не стали министром? А что вы сделали лично, чтобы стать министром, а? Вот тоже бы, ни черта ж не делаете. Неужели вы не понимаете, что надо ставить реальные цели, а не бредовые? Ну я министром. Ну посиди поной, что тебя министром не взяли. Поной. Что дальше? Возьмут? Не возьмут. А почему ты, друг мой сердечный, не старший менеджер? Чу-чу, а? Почему? Вот это реально. Вот это можешь. А почему ты не средний топ? А? Почему? Вот это реально. Да, за отдел, за сектор, за управление департаментом. Вот это реально, это ты можешь. Почему? А, то тяжело. О! А то ж было ново. А что ты сделал без денег, чтобы стать им? А? Кроме того, что ноешь и рассказываешь, и соседа пример берешь. О, да, конечно. Он... Да, сосед, то что ты, то что сосед. Не бери пример. Ни соседа, ни себя. А прими, принес умный. Неужели ты не понимаешь, что... Понятное дело, конкуренцию никто не отменял. Понятное дело, что все хотят пробиться. Понятное дело, все хотят заработать. Действуй! Че ты ждешь? А, ну да-то. Придет добрый царь, он будет... Ты что, дурак, что ли? Не, ну ты знаешь, где добрый царь. В сказке. Там Иванушка дурачок и добрый царь. Но это сказка. Ты понимаешь, сказка, ее не бывает в жизни. Там, да, есть Иванушка, дурачок,
Ну, потому что это сказка. Есть добрый царь? Это сказка. Не бывает такого. Не бывает. Всегда есть проблемы. Ну, а как ты хотел? А, да, конечно, конечно. Ты не хотел их решать. Хотел, чтобы их... Проблемы есть. И будут. Еще больше будут. Но если сидеть, ни черта не делать. Я вообще не представляю, вот если сидят и ждут, что вы ждете? А вот что? Победы? А ты хоть сказал, а до победы, до войны чем ты занимался? Тоже ждал, да? Гениально. А сейчас ты ждешь победы. Ну, победа будет, хорошо. Что ты за время войны сделал, чтобы действительно, ну, ускорить победу или хотя бы достичь чего-нибудь? Что? Кроме того, что ты постоянно возмущаешься. Вот лично президент не заботится про твою зарплату. Да, ему делать нечего, как переживать, что у тебя зарплата маленькая. Ну и про зарплату, ну родной ты мой, ну есть железное правило. Если ты работаешь за маленькие деньги, ну значит, ты согласен? А как? Не собственно. Минуточку, никто ж тебя... Так, минуточку. Тебя что, в кандалах ведут или там заставляют? Не нравится, увольняйся. Так же делается, так? А, не, ты говоришь, зарплата маленькая, но ты работаешь. Значит, стоп. Значит, что? Тебе нравится? Ну, что работа плевенькая, что контроль плевенький, да? Зарплата тоже плевенькая. Да есть прямая зависимость, прямая зависимость. Если у тебя... Работа так себе, то и платят так себе. Ну, вот кто собственник, мне точно скажет. Это железное право, железное право. Ну, понимаешь, собственник же что же видит? Ага, если работа действительно такая, ну, важная. И этому человеку ты как бы и подкидываешь, даже в конверте, из сверхконверта, правильно? Он тебе нужен, ты из-за него держишься, ну, позарез, типа, если убежит. А? Да, так он платит. Ну, есть такие работники или работа такая, ну, как бы ее надо делать, но она не напряжная. Ее, скажем так, можно делать слегка, ну, нафиг платить много-то. Ну, нафиг. Нет, ну, такое не надо, говоришь, вот такой плохой. Нет, просто любая работа эквивалентна затратам. Соответственно, если ты для собственника или там для работодателя, ну, как бы постольку-поскольку, но он знает, что если ты уйдешь, я другого возьму, второго, три, четвертого, мы поняли? Платить тебе много не будет. Зачем? Уйдешь, ну я плю сейчас таких вот желающих. Ну, это ж не сложно. А вот если спец, да, друзья, ой, другой. Это везде. И в экономике, юриспруденции, и в айтишников то же самое. Только не надо говорить, а то же самое. Если вы специалист слабенький, никто вам платить много не будет. Но это чувствуется, это заметно. Ну что собственник? Ну, собственнику делать нечего, как он будет так по-дружески платить. Ну, это же абсурд. Абсурд? Нет. Будете вы собственником то же самое. Так что, где небольшую зарплату, будьте ценным специалистом. Честно слово. В любой сфере. Абсолютно. В любой. Я вам когда-то рассказывал рассказик, очень интересный рассказик, когда вот секретарша, нет, не в том понимании, как вы понимаете, вот. А секретарша, которая умеет организовать, ну, как бы скажем, и бумагооборот, даже бумажный, и правильно организовать встречи, правильно. Потому что, ну, понимаете, когда вы начальник, у вас всегда есть нюансы, с которыми людьми вы хотите встречать, а с которыми не хотите, а с некоторыми так, третьи. Нет, это вам такая, начальника всегда куча, и не всегда в глаза можешь сказать, зараза. И вот действительно... Вот такая секретарша, она очень устраивалась, до дурения устраивала. Потому что она умела организовывать, ну, понимаете, даже снимать такие напряженные, когда не хочет, ну, не может он выглядеть, не может. И встречаться не хочет. Ну, вот как сделать так, а? Ну, что же нюансы бывают? Она умела организовывать так. Шикарно. Да, она получала как бы такую, ну, как все секретарь зарплату. И он давал конверт практически своего. Ну, чтобы поняли, это довольно большая структура, и начальник это был не собственник, это просто там, это менеджер. Ну, понятное дело, что у него зарплата была топ-менеджерская, такая, знаете, от души. Естественно, что процент долях у него был, ну, ради чего он работает. Так он ей давал то, ну, грубо говоря, что, ну, как бы сказать, как, да, мастер.
За это давал. Из своих, практически я говорю, со своих. Мог бы не давать абсолютно. Господи. Но со своих давал. О! Что значит ценно. Вот так. Так что, посмотри внимательно своих соседей. Всех! Всех этих бездельников в шею. Даже не общайтесь с ними. Парахвальные люди. Посмотрели те соседи, которые действительно, или друзья, знакомые, ну, которые умеют жить по-человечески. Берите с них пример. Берите, берите. Ну, в крайнем случае, лишний раз пообщайтесь. Давай, это полезно. Не, вообще, по большому счету, если вы с умным человеком общаетесь, вы самый умнее ставите. А с такой бестолочью, которая постоянно вам рассказывает, как все плохо, цены выросли, давай, давай, нафиг его слушать, это убожество. Не слушайте это убожество, хай он ноет где-то в другом месте. Общайтесь с нормальными людьми, тогда и вас будет нормально. Поняли? Вот так вот. Так что берите пример с меня. Живите на полную. Запомните раз навсегда. Если вам кто-нибудь ноет, жалуется и рассказывает, что плохо жить, плюньте ему в лицо. Плюньте. И вам станет значительно легче. Вам нужно, чтобы вам было хорошо жить. А всем остальным, какая мразь. А вам должно жить хорошо. А пока что, до свидания, всего наилучшего, и чтобы у вас все было, и вам ничего за это не было. Благодарю за внимание.